Создание такой большой и сложной игры, как Warcraft, требует десятки тысяч человеко-часов. Чтобы итоговая, релизная версия игры появилась, необходимо было выдолбить ее из скалы идей и концептов, многие из которых были заброшены. В этом ролике я хочу рассказать о классах и некоторых игровых системах, вроде системы перемещения на кораблях или рыбного дела, которые по изначальной задумке хотя бы частично были другими, а в некоторых случаях совершенно неузнаваемыми относительно релизной версии. Рыцари смерти. О их разработке я упоминал в давних роликах про создание гнева короля лича. Но отмечу один интересный факт, который я бегло упоминал в одном из таких роликов. Как многим известно, когда появились рыцари смерти, просто так их создавать было невозможно. Чтобы поиграть за служителей, по крайней мере в начале, служителей плети и Артаса, необходимо было иметь прокачанного персонажа, хотя бы до 55 уровня. И только после этого, имея плюс-минус прокачанного персонажа, можно было создавать себе рыцаря смерти. Изначально это ограничение должно было быть более жестоким и более логичным, учитывая, что игрок начинал играть за плохого персонажа в начале цепочки класса. Во-первых, игрок, по упоминаниям, должен был иметь персонажа премаксимального уровня, то есть плюс-минус 80 уровня, а не 55-го. А во-вторых, персонажам нужно было пожертвовать. Буквально, чтобы получить одного рыцаря смерти, нужно было уничтожить одного нормального персонажа, который после этой жертвы удалялся. То есть это жертва в буквальном смысле слова. Как именно это должно было работать, ну точно неизвестно. Можно предположить, что, например, убитый таурен-шаман давал возможность стать тауреном-рыцарем смерти, основываясь на расе, которая была до его жертвы. Но это лишь предположение. Остатком этой системы, как предполагается, является недоступное, но содержащееся в базе данных игры задание под названием «Задание Конретада», по которому нужно поговорить с одним NPC, дабы восстановить свои таланты. А также в самом описании квеста говорится: «С возвращением из мира смерти, герой! Было время, когда ты с гордостью стоял среди своих собратьев, и меч был твой остер. Ныне же ты лишь тень прошлого. Но встань передо мной, и я воскрешу легендарного рыцаря, которым ты некогда был». Более жестокие ограничения были у друидов. Друиды, как известно, есть ванили как у Орды в виде тауренов, так и у Альянса в виде ночных эльфов. Первоначально судьба этого класса могла бы пойти по пути шаманов и паладинов, когда ванили только у Орды были шаманы, а у Альянса только паладины. Друиды планировались как класс, которым обладать могут исключительно ночные эльфы. Более того, не просто ночные эльфы, а только эльфы мужского пола. На реализации этой идеи, которая была примерно в момент разработки и третьего Варкрафта, и World of Warcraft, настаивал Крис Мэтсон, одно из главных лиц, отвечавших за сюжет в играх компании. И были все шансы, что друиды могли бы не стать частью игровых классов в Варкрафте. Но команда геймдизайнеров смотрела на эту идею скептически. Им удалось взять верх и забайтить Blizzard, сделать сюжетный редкон. Сюжет был переделан задним числом, и в новой версии сюжета друидов, собственно, друидами могли быть и ночные эльфы, включая женский пол, и таурены из Орды. В конечном счете, это было и реализовано в World of Warcraft. Паладины. О них, к сожалению, известно немногое. Ну, вдохновление для паладинов в целом перекочевало из третьего Варкрафта и классических RPG, где также фигурировали паладины, но отмечу пару небольших, но любопытных моментов. Паладины предполагались как один из самых простых классов для игры. Почему? Потому что они гибридны, они могут и исцелять, и урон наносить, и танковать, если понадобится. А игроки были склонны к подобным гибридным классам. Поэтому шутки шутками, но разработчики сами планировали и признавали, что это должен стать один из самых простых классов в игре. По крайней мере, так было сказано на панели классов на BlizzCon 2005 года. Еще одна любопытная особенность — это печати. Печати, если коротко, это эдакие бафы паладина, которые усиливают атаки, способности и прочие аспекты класса. Изначально полагалось, что печати будут не в виде самобафа, а в виде области на земле, в которую, если зайти, игрок получит себе какой-то баф в зависимости от печати. Интересным классом в плане
что на концепт-бумаге, что на релизе, оказались монахи. Ну, во-первых, идея добавить в игру монахов Пандарии появилась задолго до Пандарии, а не потому, что вышел мультик с пандами и монахами. Попытка впихнуть монахов даже была в Гневе Короля Лича, но там они казались не очень уместными, а отдельные монахи даже появились в Burning Crusade. А во-вторых, на этапах тестирования геймплейна монахи были другим классом, они были более мобильными, подвижными и зависимыми от скорости игрока. Показаны монахи были в 2011 году на BlizzCon'е. У них, например, тогда не было такой банальной штуки, как автоатака, которая есть у любого класса в игре. Вместо этого класс ориентировался на активные способности. Вместо условной маны у них был так называемый чи, что-то вроде энергии разбойников. А также очень важная штука — 4 светлых силы и 4 темных силы, отображавшиеся в отдельном интерфейсе. Потратить чи можно было на несколько способностей вроде переката. Использовав чи на перекат, стоивший 40 чи из 100, генерировалось светлое или темные силы. А уже последние две, в зависимости от того, что сгенерировалось, использовалось на что угодно. Атакующие способности, исцеляющие, сейвящие и так далее. Темные и светлые силы тоже работали по-особенному. Например, накопив 2 темные силы, открывалась способность пинок. Если пинок не убивал противника, поглощалось 2 темные сферы. Если убивал, тратилось 2, но кэшбэком возвращалась 1 обратно. Как вариант сражения, монахи накапливали себе темные и светлые сферы на легких нуба-мобах, а затем врывались на жирных противников с сильными атаками. Класс получился динамичным, быстрым и зависимым от активности игрока. Опять же, даже банальной автоатаки не было. Однако, тестирование игроков показало, что это не очень интересная система. Эти темные и светлые силы обескураживали и сбивали с толку игроков. Разработчики, поразмыслив мозгами, пришли к такому мнению. Лучше монахи будут сложны в плане уникальных способностей, коих и так хватало, чем сложны в растратных единицах. Монахов начали упрощать. Вместо чи им добавили либо энергию, как у разбойников, либо ману, в зависимости от специализации. Класс сделали менее мобильным и зависимым от сфер. Приоритет с активных способностей перекочевал на условно обычные, и им добавили банальную автоатаку. Даже немного поменялась цветовая гамма класса. Вместо исцеления с красными эффектами исцеления, которые вроде бы и лечили, а вроде бы визуально пугали игроков, мол, они летит к ним лужа босса. Цвет исцеления сделали салатовым, а система темных и светлых сфер, которые использовались для основных способностей, были заметно упрощены. Любопытные вещи во время разработки касались не только игровых классов, а и такой штуки, как игровые ивенты. В игре планировались крупные мировые PvP-ивенты. Они должны были быть редкими, но периодическими событиями. Игрокам в X количество месяцев давалось специальное задание, чему предшествовало объявление игрокам в чате. А ивент должен был представлять из себя войну фракций. Как было описано в одном из интервью в 2004 году, условный альянс должен был сгруппироваться и начать атаку на степи, важную локацию Орды в игре, высадив свои войска на берегу локации. Главная цель альянса во время этого ивента — взять под контроль город под названием Перекресток, важный логистический хаб в большой локации. А также, помимо перекрестка, те должны были взять под свой контроль другие мелкие пункты в степях. Задача Орды, очевидно, была в защите степей. Орда должна была сгруппироваться и организовать защиту степей с сопутствующими логистическими пунктами. Скорее всего, для Орды предполагались аналогичные атаки, хотя в интервью был назван пример только с степями и альянсом. Допустим, вместо высадки и атаки на степи от альянса, Орда должна была высадиться и захватить условный западный край. К сожалению или к счастью, от идеи с подобными мировыми периодичными ивентами подобного рода разработчики отказались. Есть такая незамысловатая профессия, как рыбное дело. Игроки могут рыбачить в разных водоемах, получать рыбу, хлам, в редких случаях даже маунтов. А полученные вещи вроде рыбы можно использовать для кулинарии. Кажется, это неотъемлемая часть Варкрафта, но на самом деле рыбное дело — это
Ошибка. Жил-был разработчик по имени Марк Керн. Являлся тот одним из главных геймдизайнеров игры на этапах разработки. И у него была жена. Его жена в реальной жизни очень любила рыбачить. Также она фанатела от японских RPG-игр, где процесс рыболовли был проработан и по-своему интересен. Но в Варкрафте, над которым тогда работал Марк Керн, такого не было и даже не планировалось. Марк Керн, видя, как его жена фанатеет от этого занятия, решил ее впечатлить и сделать подарок. Он забайтил своих коллег разработать прототип системы рыбной ловли. Это заняло несколько дней. Когда прототип был реализован, Марк решил показать систему своей жене, ожидая, что та будет очень рада. Но оказалось все совершенно иначе. Она захейтила эту систему, так как она показалась ей очень скучной, очень пассивной и нединамичной, в отличие от тех же японских RPG-игр, где этот процесс был куда интереснее, чем в прототипе Варкрафта. Сюрприз? Не удался. Но разработчики решили не удалять эту систему, а доработать ее и выпустить с релизом World of Warcraft. Позже, по словам Марка Керна, его жена со временем все-таки полюбила рыбное дело в Варкрафте. Но да, вот такая вот забавная и грустная история у этой профессии. Возможно, многие слышали, что разработчики на этапах создания Варкрафта желали сделать мир большим. Ну, хотя бы так, чтобы игроки чувствовали его большим. Это сейчас на летающем маунте можно за пару минут облететь всю локацию. В старые времена процесс перемещения был медленным. Игроки были вынуждены часто использовать корабли и дирижабли для перемещения по миру. Но никто не задумывался, почему, если игрок проводит на дирижабле всего пару минут, внутренний интерьер дирижабля вообще существует и так сильно проработан. А разгадка довольно проста. Не должно было быть перемещения на дирижабле или корабле за пару минут, как в релизной ванилье. Процесс перемещения должен был быть очень долгим и нудным. По словам того же Марка Керна, процесс перемещения должен был занимать 20-30 минут, около того. Словно бы корабль плыл по бесшовному миру. Но зачем? Зачем делать перемещения на кораблях и дирижаблях такими долгими? Ну, во-первых, как было сказано ранее, чтобы игроки прочувствовали, что мир Варкрафта огромен. Это частично было вдохновлено популярным тогда EverQuest'ом. Ну а во-вторых, перемещение не должно было быть, ну уж таким, скучным. На кораблях и дирижаблях предполагались занимательные активности. Собственно, поэтому внутренний интерьер так проработан. Какие это были активности? Например, рандомные атаки полчищ противников, вроде летающих гарпий или пиратов, с которыми нужно будет сражаться. Также на кораблях планировали добавить какие-то различные мини-игры, вроде даже азартных. Более того, туда хотели запихнуть карточную игру, которая в будущем станет настольной игрой, а потом эволюционирует в Хардстоун. Игроки могли бы играть в древнее подобие Хардстоуна в Варкрафте, вообще везде, где угодно. Но главным хабом должны были стать корабли и дирижабли. Вообще, тема того, как Blizzard пыталась запихнуть будущий Хардстоун в Варкрафт, довольно интересна, но не как-то в другой раз. Идея длинных перемещений на кораблях и дирижаблях уступила Fast Travel'у с мгновенной телепортацией. Почему? Возможно, не хватило времени, чтобы реализовать все идеи, возможно, процесс посчитали слишком скучным, возможно, технически было сложно объединить и сделать мир бесшовным. Соответственно, необходимости в мини-ивентах вроде нападений пиратов или уж тем более Хардстоуна больше не было. Но факт фактом, когда-то такой привычный процесс перемещения мог бы быть совершенно другим, более долгим, вероятно, более нудным, но даже со своей атмосферой трёмных посиделок в компании с рандомными игроками. Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!